Сотрудники полиции рекомендовали местным жителям при общении с незнакомцами всегда сохранять бдительность, ни в коем случае не сообщать реквизиты банковских карт и другую конфиденциальную информацию, не переводить денежные средства. Также полицейские предоставили гражданам контактную информацию, в том числе номера телефонов местных подразделений органов внутренних дел, на которые необходимо сообщать обо всех фактах мошенничества. Участковые полномоченные вручили горожанам памятки и призвали к бдительности, а также попросили провести беседы со знакомыми, родственниками и соседями, чтобы не стать жертвой мошенников.